Всех приветствую. Продолжаем изучать Писание к работам художников, скульпторов, статуи раненого воина, первый век, мрамор, высота 148. Античной частью данной скульптуры является только торс. Остальное – голова, руки, ноги – результат реставрации, произведенной в конце 17 века французским мастером Пьером Этьеном Моно. Реконструкция сделана из его убеждения, что эта фигура раненого воина дополнила торс соответствующими атрибутами – мечом и щитом. Перед зрителями типичный образец ранее широко распространенной практики восстановления сильно пострадавшей от ремней скульптуры, результаты которой всегда имеют противоречивые оценки. Образцом данной античной статуи считается знаменитый дискобол 460 год до нашей эры греческого скульптора Мирона. Некоторые исследователи даже называют этого воина его копией. Только вот вопрос, какой объем сходства подразумевает это понятие. В разные эпохи представления на этот счет отличались, но очевидно, что в античности оно не подразумевало того сходства, которое в наши дни может инкриминироваться создателю копии как попытки подделки. Для воина, подвергнувшегося смертельной опасности, Моно изваял слишком спокойное лицо, исходя, очевидно, из убеждения, что такой настрой и величие духа греки сохраняли даже в самые страшные минуты. Тем не менее, известны статуи, выражающие страдания и боль. Вот такое описание я нашел к работе статуи раненого воина, первый век, мрамор. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».